вечір. Це тема дня в студії Ніта Рашевська. А тема нашого ефіру – медична реформа, яка реалізується в країні саме зараз. Про зміну порядку обслуговування в державних медичних закладах. Первинну медичну допомогу та важливість профілактики захворювань ми поговоримо з головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 позаштатним міським імунологом Іриною Пліткіною. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Ірина Миколаївна, добрий вечір. Добрий вечір. Приємно вас бачити в нашій студії. Будь ласка, почнемо нашу розмову. Але, по-перше, для того, щоб ми могли усвідомити масштаб постійної роботи медичних закладів Миколаївщини, пропоную статистику від Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Це дані за тиждень з 1 по 7 травня. Тож, на первинному рівні надано медичну допомогу 141 тисячі 121 особі. Госпіталізовано 2420 дорослих, 568 дітей. Виписано 2470 дорослих, 605 дітей. Народилося 125 дітей. Тож, Ірина Миколаївна, ми бачимо, що масштаби досить великі, і медична реформа в країні набирає оберти. Що вже зроблено і що далі необхідно зробити медикам і нам, громадянам, які будуть звертатись до лікарів? Будь ласка. Ну, дійсно, програма, вот эта реформа, вона набирає обороти, і ми почали підписувати декларації з 1 апреля. Ну, до 1 апреля в течение 2017 года в городе, в області був проведен колосальний такой участок работы по подготовке лечебных учреждений для того, чтобы мы могли войти вот в электронную систему e-health и там начать уже декларировать пациентов. Поэтому все лечебные учреждения были оснащены компьютерной техникой, принтерами. Наши сотрудники, это и медсестры, и регистраторы, и врачи, все обучались работе с компьютерами, правильной занесению данных. Мы с прошлого года уже начали ввести электронные списки пациентов. То есть это на сегодняшний день нам помогает уже вот теперь подписывать декларации. С 2018 года создана вот эта Национальная агенция здоровья, которая именно и будет вести учет тех пациентов, которых мы будем, ну, мы принимаем и лечим. И именно уже сейчас за этих пациентов в дальнейшем, ну это уже ближе будет, наверное, 2019-2020 год, мы будем получать деньги именно за тех, с кем заключили декларации. Эти деньги будут идти на лечебное учреждение. То гроши за тех, с кем уже укладено декларацию, да, с кем так? Укладено декларацию. Ну, мы еще, область, я знаю, что уже некоторые есть районы, там, где они уже перешли. Это еще один этап, это переход лечебного учреждения с медичного закладу коммунального в неприбуткове коммунальное предприемство. В городе этот процесс на сегодняшний день продолжается. Вынесены на сессию, ну, первичные документы о ликвидации коммунального на закладу. На сессию Миськради, так? Миськради, да. И потом будут тут затверждены наши статуты, и мы уже будем перетворены, ну это через два месяца после ликвидации, будем перетворены вот в коммунальные заклады. Потом мы будем регистрироваться в министерстве и работать уже как коммунальное предприемство. А сколько взагалі людей уже подписали декларацию? Ну, на сегодняшний день около 30 тысяч человек в городе подписали декларации. То есть в разных лечебных учреждениях, у нас 7 центров в городе, этот процесс идет по-разному. Я могу сказать, что в нашем центре мы подписали уже 3700 деклараций. Больше всех подписали во втором центре. На прошлой неделе у них было больше 5000. За нами идет пятый центр. Вот такие, как четвертый центр,
седьмой центр, у них немножко, ну, более повильно, скажем, этот процесс идет, но у них были моменты вот с налаживанием именно компьютерной техники, вот с электроникой. Но там тоже все сотрудники обучены, и на сегодняшний день они уже успешно набирают обороты и подписывают декларации с нашим населением. Ірина Миколаївна, у нас є дзвінок від глядачів. Давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. Дело в тому, що я, конечно, вопрос задаю, мені по существу, може бути, все-таки ведущий ответит. Дело в том, что вот до сих пор нет финансирования, а нам, больным, получать памперсы нужно каждый день по 3 штуки. А сегодня 11 число закончилось, до сих пор нет этих памперсов. Как это разобраться с этим финансовым вопросом? Сказали где-то в первых числах, что сегодня 11 закончилось. Это очень серьезный вопрос. Дійсно, це серйозне питання, і ми, Ірина Миколаївна, надо обратиться к главному врачу того центра, там, где обслуживается этот пациент, и они должны решить вопрос получения памперсов. Да, действительно, у нас в центре тоже определенные дни больные, которым положено, получают памперсы. И если они звертаются до головного лікаря, они могут вирішити своє питання, так? Ну, да, если это у них рекомендовано, у каждого инвалида есть своя программа реабилитации, и согласно этой программе реабилитации, если рекомендовано, назначено получение памперсов, этот больной у нас их получает. Взагалі, центри первинної медико-санітарної допомоги – це колишні поліклініки, так? Да, да. І зараз вони перетворюються на такі медичні центри. Да, ну, вони… Тобто змінюється назва і… Це перетворення було ще в 2013 році, коли от я була головним врачом дитячої поліклініки. Потом, вот, с 2013 года, с 1 марта мы работаем как центр, и к детям обслуживания нашего района присоединились взрослые. И на сегодняшний день мы обслуживаем как первый центр больше 54 тысяч населения. Вот эта часть. Вы обслуживаете и дорослых, и маленьких? И, да, у нас 12 тысяч детей и 42 тысячи взрослого населения. Это Ингульский район, это Широкая Балка и Кульбакина. То есть мы забрали часть Ингульского района, те, кто обслуживались во второй взрослой поликлинике, взрослое население, они перешли к нам. И вот у нас в городе было создано 7 центров, и эти 7 центров уже проработали 5 лет, как коммунальные заклады Миколаївської міської ради, центр первинной медико-санитарной допомоги, но и со своими номерами, 7 номеров. Вот это наше официальное название. Согласно реформированию, мы должны стать неприбутковим комунальним підприємством. Неприбутковим комунальним підприємством. Ну, в фінансуванні ми навіть залишаємося, так як от є ще юридичні нюанси, які іменно не їх ще не уточнили і до кінця не определили, не сформулювали правильно чітко, законодавстві, да. Поэтому мы будем пока финансироваться даже по кодам экономической классификации, теми, которые у нас были в закладах. То есть практически у нас меняется название, но коды экономической классификации, оплата, все это остается такое же, как и было, когда мы были заклады и как мы станем підприємствами. Назва змінюється, але лікарі продовжують лікувати, надавати медичну допомогу і дорослим, і дітям. Ірина Миколаївна, повертаємось до декларації. До 1 липня 2018 року необхідно підписати декларацію про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги. Що для цього потрібно, будь ласка? Чи не до 1 липня? Ну, 1 липня – це, вважається, там, ну, перший такий рубеж, коли, в общем-то, вот, предполагається, що національна агенція, вона вже ті лечебні учреждения, які стали вже підприємствами,
и они вот сколько заключат декларации до 1 числа, но в законодательстве написано даже, что с 1 серпня они могут уже действительно получать финансирование согласно того, ну, какое количество населения они у себя задекларировали. Но в данном случае процесс подписания декларации, он будет постоянным, потому что кто-то рождается, кто-то умирает, и у каждого врача, естественно, этот процесс будет все время, да, двигаться. Но максимально предполагалось, что до 1 июля большинство лечебных учреждений уже перейдут в статус предпреемств, и, естественно, тогда они будут финансироваться вот с национальной агенцией. Так как этот процесс идет более повильно, и, ну, вот даже по нашему городу, поэтому процесс финансирования на следующее полугодие, он остается таким же, как и был первое полугодие. Мы получаем субвенцию, мы частично финансируемся из нашей городской власти, и таким образом мы продолжаем работать. К октябрю месяцу, может, ноябрю, мы уже планируем, что мы получим статус предпреемства, и с начала уже нового года, с 2019-го, будем уже финансироваться в полном объеме с национальной агенцией. Дайджест змін в охороні здоров'я, що готує міністерство, у шостому випуску за травень наводить цитату Ольги Заборської, старшої медичної сестри амбулаторії загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 міста Миколаєва. Я процитую. Найчастіше відвідувачі запитують про те, наскільки швидко треба підписати декларацію з лікарем, перш ніж він набере 2000 пацієнтів. Кінець цитати. Отже, Ірина Миколаївна, скільки максимально громадян може обслуговувати один лікар? І яка є різниця цієї кількості, залежна від віку пацієнтів? Ну, від віку нету границі. Тобто, кожен врач може набрати определенное количество. Но у нас говорим о том, что первинную допомогу у нас оказывает три специалиста. Это врач-терапевт, врач семейной практики и педиатр. Вот для них есть градации. То есть врач-терапевт может, должен набрать 2000 пациентов, семейный врач... Не меньше двух тысяч. Но учитывая, что у нас есть дефицит врачей, то они какую-то границу нам разрешают там 2100-2200 набрать, потому что у нас нет полной укомплектованности врачей ни по одной специальности, ну вот первичной допомоги. Тобто бракує кадрів? Да, достаточно много. У нас проблема? Большая. На 70% у нас укомплектованность кадров. У нас каждый врач обслуживает практически 1,5-2 участка. Так вот, семейники должны набрать 1600, а педиатр должен набрать 900 детей. То есть 900 тысяч детей должно быть у педиатра. И у вот одного. С этого у одного. Ну, если пациенты любят своего доктора, они уже сейчас идут и подписывают декларацию. Да. Ірина Миколаївна, вибачте, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, потім повернемось до нашого питання. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене отчество, я не забуду, ну, от представителю медицини. Ірина Миколаївна Пліткіна. Ірина Миколаївна Пліткіна, да. У мене от такий вопрос. Перший вопрос. Будут ли защищены наши данные, которые будут занесены в компьютер? Какая защита? И второе, если врач, педиатр или терапевт наберет, например, значит, должен обслужить 10 000 пациентов, то скажите, это будет что? Мы будем так заходить и вылетать, у нас ни лечения, ничего не будет. Вот как вы видите, это раз. Во-вторых, вот такая обстановка может быть, если он будет обслуживать даже 500 пациентов. Объясните, физически может это врач сделать или нет? Спасибо большое вам. Спасибо вам за звонок, Ирина Миколаевна. Будь ласка, не два питания, а три питания. Первый вопрос – это защищенность данных. Фирмы, которые участвуют вот в этой электронной программе eHealth, они все имеют лицензию и имеют сертификат от нашей службы БСПЭКИ, и их программа, в которую вот мы отдаем данные,
данных пациентов, она защищена и имеет лицензию нашей службы безопасности Украины. То есть степень защиты очень высокая. И эти все сертификаты есть, вот, и мы даже их предоставляли, потому что, да, у нас есть и прокуроры, и судьи, которые приходят, этим тоже интересуются, ну, они как юридически грамотные, мы им эти бумаги предоставляем. Разные люди за фахом, так? Разные, да. Гарантию того, что эти данные защищены, нам такую гарантию дали. Поэтому вы можете быть спокойными, что мы защищаем те документы, которые мы берем, копии, мы их тоже защищаем, они хранятся в сейфах. Ну и еще этот вопрос на уровне министерства решается, потому что бумаги все равно получается очень много. Ну, мы думаем, что найдут какой-то еще вариант защиты и сохранения вот этих уже данных на бумажных, скажем так, на сіях. У нас є знову дзвінок, але ми ще не відповіли на перше запитання, на два других. Тому, шановний наш глядач, почекайте, будь ласка, хвилинку, поки ми розповімо про ці запитання, будь ласка. По поводу обслуживання, про фізичне. Ну, на сьогоднішній день у любого доктора все одно у нього є як мінімум 2, ну, пусть 3 тисячі населення. Ну, це населення, це ж населення на год. И одномоментно ни к одному врачу 500 человек не приходит. Поэтому если врач хорошо наладил отношения с пациентом, и он его обслуживает не в режиме, когда он только вот заболел и ему плохо, а если проводится хорошая профилактическая работа, то за 300 дней в году обслужить 2000 пациентов – это абсолютно нормально. Не надо бояться того, что да, у врача это нагрузка, но у врачей увеличили мы время приема. Если раньше терапевт сидел на приеме 4 часа, то на сегодняшний день он сидит 6 часов на приеме. Мы уменьшили, вот для чего, вот сразу населению говорю, для чего мы уменьшаем вызова и решаем индивидуально вопрос по вызову на дом. Потому что для вызова на дом надо потратить врачу час, и он обслужит только одного пациента. За это время он может 6-10 человек обслужить в поликлинике и оказать помощь, дать рекомендации большему числу. Поэтому вызова значительно уменьшается, да, а увеличивается время приема, когда может приема увеличивается, и врач может дать квалифицированную помощь. И второй момент, для того чтобы успеть оказать, еще обязательно должны работать наши помощники, медицинские сестры. И первичная помощь, она должна на сегодняшний день так все амбулатории сделаны, чтобы максимально можно было вот в приход пациента ему и анализ крови сделать, и кардиограмму, и флюорографию в одном месте, не выходя из помещения. Но это зручно. Вот если, если мы этого достигнем, то нам помогает среднее медицинское звено, мы сможем абсолютно спокойно оказать квалифицированную помощь. И третье питание, яке? И третье питание, ну, точно так же за детей, да, было так, сказано. Так. Вот 500 человек, да, это тоже то же самое, и врачи успевают. Встигають все. Встигають лікарі все. У нас є знову дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене такий вопрос к вам. Если это семейный доктор, и с ним подписывается декларация на обслуживание медицинского обеспечения, он должен брать всю семью, потому что в семье ребенок инвалид, значит, папу с мамой берет доктор, а ребенка инвалида он не берет. Я не хочу за него нести ответственность, ищите другого доктора. И дочка должна бегать по всему городу и искать, куда же пристроиться с ребенком. Мне кажется, если ребенок инвалид, то его должен вести доктор, который изначально знает всю проблему этого ребенка, а не передавать ребенка какому-то доктору, который сном и духом не знает проблемы, которые у ребенка со здоровьем. Тобто вам відмовили в тому, щоб лікувати вашу дитину, так? Да. Ірина Миколаївна, будь ласка, прокоментуйте.
До этого ваш ребенок наблюдался у врача-педиатра, которому вы доверяете. Поэтому я думаю, что рационально, чтобы семейный врач пока обслуживал только взрослых с вашей семьи, а все-таки ребенком инвалидом занимался педиатр. Я думаю, что для ребенка да, это будет значительно лучше. Поэтому, ну, может, семья не обязательно должна наблюдаться вся у одного, лекаря, у одного врача. Вы естественно. Считаете, что маме с ребенком-инвалидом легко мотаться по всему городу? Вот на днях ребенка-инвалида, они едут на операцию в Житомирскую область. Там будут подрезания, это, ну, на ручке ребенок-инвалид. Ну, я поняла. Надо сделать рентген тазобедренных суставов. Садовой, езжайте сюда в нашу вторую поликлинику взрослую. Здесь отвечают, а мы делаем после 8, а ребенку 7,5. А на Садовой мы делаем только до 7. А с 7 до 8 ребенок, это не ребенок. И надо опять мотаться, чтобы сделать вот этот рентген. Ну, все-таки я поехали думаю, еще раз и на Садовой наконец-то сделали. Я поняла вас, но я думаю, что это индивидуально можно было решить или с заведующим отделением, или с главным врачом, именно это детская поликлиника номер 4 на Садовой. Это такой нюанс, и ребенок-инвалид, ему не должны были отказать. Ему должны были сделать рентген там я на месте. Я приехала сюда на Космонавтова, взрослую нашу поликлинику, оттуда опять ее на Садовую. И вот гоняла она 3 дня, пока ей сделали наконец-то. А зачем вам? Ну, раз доктор сказал, с той клиники, которую они будут ехать в Житомирскую область, это нужно. Значит, это нужно делать. Они, доктор еще будет обсуждать, а надо ли это делать или не надо это делать. Ми зрозуміли, спасибі, ваше питання, Ірина Миколаївна. Я так розумію, що якщо є якісь питання і непорозуміння між лікарем і пацієнтом, пацієнт може звернутися до головного лікаря, да, так, будь ласка? Є в кожному лечебному учреждені, є головний врач, є у нього 2 або 3 заступника по лечебній роботі, вот є обов'язково начмед по нетрудоспособності, який іменно курі инвалидов и детей инвалидов и взрослых, есть замы по детству. Я думаю, что этот вопрос можно было индивидуально решить. Порядку. Да, и, конечно, ребенка маленького не гонять, тем более инвалида, это тяжело. Но у нас так расположены, да, центры и детские поликлиники, что все-таки расстояния большие. Максимально все должно быть приближено, но рентген это не каждому ребенку делается, не каждому взрослому, поэтому поставить его в каждом лечебном учреждении, ну, нерационально, это большие деньги. Но выходить из этой ситуации, ездить с одного конца в другой, потому что только есть какой-то возрастной ценз, нет, это неправильно. Все должно было решиться на месте. Угу. У нас знову дзвінок. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Можна вопрос у мене? Будь ласка. Значить, як буде отримати медицинське обслуговування люди, яким уже за 80, і муж, і жена, і вони вдвоєм проживають в квартирі і передвигаються з трудом по квартирі тільки. Як їм отримати медицинське обслуговування і як їм записатися к врачу? Договор составить, от, якщо вони передвігатися не можуть. Це дуже актуальне питання, Ірина Миколаївна. Спасибо вам за ваш дзвінок. Да, так, звонок. Угу. Тому що це якраз то, о чому треба говорити. Значить, у нас є 3 види записи. Це телефон, це личний приход в поліклініку. На сьогоднішній день це електронна почта і запись з комп'ютера на прийом к врачу. То, о чому ми говорили, хто обслуживається на дому. У кожного врача, терапевта, сімейного врача есть свои вот пациенты, которые маломобильные группы, как мы их называем. На сегодняшний день или наши медсестры, ну, если это высотные дома, мы договариваемся, кто-то у них есть старший, мы туда подходим, собираем у них, себе анкетируем, мы не берем у них документы, но мы анкетируем их личные данные, и сами или их соседи приходят, мы эти данные вносим в компьютер,
центр, з ними підписуємо декларацію. Це не проблема. Ірина Миколаївна, тобто людина може зателефонувати і сказати, що вона не може, не має такої можливості прийти. Вона дзвонить на регістратуру, і ми приходимо самі. Або довірене лице, яке живе рядом, теж к нам приходить з їх документами. Може один чоловік прийти і на всю сім'ю, і на ту ж маломобільну часть. Але вони, жінка і чоловік. Так, якщо вони одні, значить вони дзвонять в лечебне учреждение, в регистратуру, і к ним приходить наш сотрудник, який у них візьме всі дані і їх зарегіструє. І такі маломобільні наше населення, воно все обслуговується вдома. От для них остаються... Залишається визова на дом. Це інваліди, які теж не можуть вийти за пределы своего жилья. Це маленькі діти, це новорождені до місяця. К ним обов'язково прийде врач, к ним обов'язково прийде медсестра. Ну, ми вот в настоящее время, ми вообще сейчас смотрим всех. Это и дети войны, и ветераны войны. Мы ездим по домам. Те, кто не могут прийти к нам, они уже практически все не могут прийти. Ездят узкие специалисты, мы их смотрим, мы дома делаем им кардиограмму, берем анализ крови и все-все делаем на дому. Тобто без медичної допомоги такі люди не залишаться? Нет. Не залишаться. Ірина Миколаївна, ми не встигли все охопити, адже дуже багато питань і від глядачів, і від нас, журналістів. Тому ми запрошуємо вас в студію наступного разу, друзі, адже час нашого ефіру закінчено, і сьогодні ми спілкувались з головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, позаштатним міським імунологом Іриною Пліткіною. Наш ефір завершено. На все добре. Всього доброго.